ситуацию с требованием проведения досрочных выборов. Лидер партии Томислав Николич опроверг опасения, что акция протеста может перерасти в столкновение с силами правопорядка, как это произошло 2 недели назад в Албании. Сербия с 2009 года пытается найти выход из экономического кризиса. В конце января в стране бастуют учителя большинства школ, требуя повышения заработной платы. На прошлой неделе к ним присоединились представители независимого профсоюза сотрудников полиции. Военные Таиланда и Камбоджа договорились сегодня о перемирии после двухдневных вооруженных столкновений на границе между двумя странами. Ранее сегодня в перестрелке погиб таиландский солдат, еще 4 получили ранения. Накануне в результате вооруженного столкновения в районе Древнего Храма, который является объектом территориального спора между Камбоджей и Таиландом, погибли двое камбоджийских солдат и мирный житель из Таиланда. Напряженность между двумя странами усилилась после того, как хуты разместили дополнительные войска в окрестностях храма, который с 2008 года внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Радио Свобода.